Здравствуйте. Ровно 20 лет назад, в ноябре 2000 года, я прочитал роман автора, на тот момент мне неизвестного, как и большинству читающей публики на постсоветском пространстве. Но знаковым было то, что автор этот въелся мне в мозг и под кожу, и до сих пор оттуда не вылазит. И своим творчеством будоражит умы и на Западе, и в Соединенных Штатах, и в Западной Европе. То есть очень актуальный писатель. Имя его Мишель Уэльбек. Вот этот знаковый журнал, я его сохранил. Представляете, 20 лет путешествует со мной по городам и весям. Конечно, сейчас, где опубликовали этот роман, вот 10 месяца, это октябрь 2000 года, попался он мне в ноябре. Роман «Элементарные частицы» называется этого автора. Конечно, он сейчас переиздан в шикарных уже книгах, но вот все равно я вспоминаю с любовью этот журнал, потому что толчок невероятный. Так вот, если вам Уэльбек неизвестен, срочно ищите его и читайте. Потому что это изысканнейшая сатира, очень мрачная сатира, но которая показывает всю изнанку современного общества. Я думаю, что все хорошие романы отличают одно качество. К ним охота возвращаться. Так вот, Уэльбек тот автор, которого можно постоянно перечитывать, потому что находишь всегда что-то новое. Это раз. Второе. Показателем сильного романа является то, что когда ты его читаешь, ты лично ощущаешь себя его героем. Или думаешь, ух ты, при прочтении очередного абзаца, да это же про меня написано. Ух ты, так такое же может и со мной случиться. То есть его жизненность и взаимозаменяемость автора с читателем. Вы меняетесь положениями и позициями. Уэльбек, 56 года рождения, первый роман «Расширение пространства борьбы» вышел в 91 году. Он по образованию не литератор, что отнюдь не является новостью, наверное, для вас. Он агроном. Работал в Министерстве сельского хозяйства, если так можно сказать, во Франции. И пописывал, то есть имел склонность к этому с определенного момента своей жизни, наверное, от рождения. Потому что и в студенческие годы он пописывал, возглавлял студенческий литературный журнал с символическим названием «Карамазов». Потому что он всегда подчеркивал свою любовь к русской литературе, особенно в лице Федора Михайловича Достоевского и Николая Васильевича Гоголя, что очень четко видно в его последнем скандальном романе, который называется «Серотонин». Он вышел в прошлом году, переведен на русский язык, издала эту книгу издательство «Корпус». Я вам скажу, отличное чтиво, потому что вы найдете там все, что угодно. Если вы любите, например, половую распущенность в духе маркиза де Сада, там этого валом. Если вы любите скандальные рассуждения о роли религии в обществе, с лихвой. Если вы себя отождествляете интеллектуалом 46 лет, который чувствует себя немножко потерянным для общества, то это тоже для вас. Почитайте его рассуждения, притом сейчас у многих высвободилось время. И не относитесь к нему как к супермрачному прогнозисту. Чувствуйте то, и вы это почувствуете, что там везде ярчайшая сатира на современное, упавшее, развращенное и, к сожалению, вымирающее общество. Приятного вам чтения. Всего доброго.